как ли вы сейчас ходили? Письмовник. А скажите, что вам понравилось, что не понравилось? Понравилось все. Артисты прекрасно свои роли исполняли. Ну и вообще все понравилось. Сидели мы на самом последнем ряду, на 10-м. Ну, было все видно. То есть видно было, да, хорошо? Да. А могли бы порекомендовать другим зрителям сходить на этот спектакль? Да, могла бы порекомендовать, конечно. Посмотреть таких артистов — это великое счастье. Спасибо вам.